Сейчас бы я хотел на русском это прочитать, на русском языке. За активную общественно-политическую деятельность и участие в марше за верховенство права и справедливости наградить гражданина Азербайджана, журналиста и кинорежиссера Лачина Мамишева почетной грамотой. Также я хотел бы два три слова отношения Лачина. С Лачиным мы познакомились относительно недавно. Аллах разос! Кто такой он и какой он путь жизненный выбрал? Мы, каждый свободомыслящий человек, я думаю, на этой земле уже знает имя Лачина, да? Кому не безразлична судьба своего собственного народа, чеченского, кавказского и сербского. Наше знакомство произошло, наше всех, я имею в виду, благодаря Саид Амину Ибрагиму. И затем мы встретились с Лачиным большинство из здесь стоящих в Бельгии, когда мы отмечали, вспоминали, то есть, 25-летие гибели шахады нашего брата Хамзата Панкарова. Лачин к этому дню подготовил такой замечательный документальный фильм, который останется в памяти, в истории всех народов, всех свободолюбивых народов. Здесь в данный момент присутствует брат, сын Панкарова, Хамзата. Они могут это подтвердить. И с тех пор у меня личное знакомство и дружба завязалась с Лачиным. Надеюсь, она продолжится и в дальнейшем. А в отношении данной работы, данного марша, Лачин, благодаря этому человеку, юридически мы оформили и Зайнаб, конечно, наш сегодняшний этот день и принятие наших документов, это верховное, так, попробование статуса здания. Да? Ваше огромное тебе спасибо. Аллах! Покажу, что вот мои друзья тоже видели. Это для меня имеет очень большую ценность, поскольку это тут стоит политическая. Это для меня очень большое. Спасибо. Спасибо, дорогой. Значит, громко, пожалуйста, еще раз.